Нечистыми на руку оказались и руководители Винницкой таможни. СБУ уличила их во взяточничестве. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, чиновники систематически собирали дань за оформление товаров без полной уплаты налогов. Во время сбора очередной платы для руководства был задержан работник таможни. При обыске в доме его брата обнаружили 114 тысяч долларов в пакетах с названиями фирм, которые платили взятки. А еще винницкие таможенники могут быть причастны к крышеванию незаконного экспорта орехов, заявил генпрокурор. И добавил, суд вместо 3 миллионов гривен залога назначил для задержанного всего 160.